хороший, плохой, злой. Что это все по воле Всевышнего, победа и поражение это часть нашей работы. Просто кому-то как-то Всевышний дает эти победы, и будет время, когда кто-то проигрывает. Просто, наверное, не настало мое время пока что проиграть. Stop.
друзья, не проходите мимо вашего лайка и комментарии для ролика, это здорово помогает росту канала. Всем удачи!